Короче, да, трейлер новой на ФС-ке вчера посмотрел, но решил не досматривать, потому что... Поначалу подумал, там на превьюшке какой-то даунская машинки какие-то. Это типа новый на ФС. Давно его не было. Время — это огонь, в котором мы горим. Nice ride. But I'm gonna need those keys. Right now. I said right now. Мне нужен графон. Every day is danger. So take no risks. Don't talk back. Don't talk back. Every day. They impose limits to control us. Limits to make us blend in. Make us safe. Короче, я вижу, пахнет, знаете чем? Ой-ой-ой. Короче, давайте-ка мы тут на год пропадем. Или нас хуем, наш пейбэк говно. Ребята, что же делать? Что же делать? Нас ебет Forza Horizon. А еще кто-то с дрелью, блядь, хуярит. Нас ебет Forza Horizon. Давайте попробуем сместить все это в одно. Немножко The Crew, немножко Forza, немножко про Street'а. А тех, кто хотят Underground 3, так пошли они нахуй, в принципе. Зачем они нужны, этот биомусор сраный? Уже все прогнулись, даже Call of Duty прогнулись. Уже Battlefield прогнулся. Но только не EA. EA будет доить какую-то хуйню с ментами неинтересную никому. You know how fast you were going? Survival of the fastest. No prizes for second place. But standing out means becoming a target. They destroy, so we design. They control, so we create. Ну, издатель EA, я вот не знаю, кто разработчик у Need for Speed, кто разработчик? Тоже издатель EA, но как бы DICE, они батлу делают лучше, а вот, блядь, что там, кто на ФС-ку выпускает? Ghost Games? Ну, короче, хуй его знает. Мотив музыки даже похож был на что-то. На что? Я вот прям... Слушайте, если там не будет свободной езды с другом, эта игра нахуй не нужна вообще. Вот меня раздражало Payback из-за того, что сюжет говном оказался. Это первое, а второе... Там не было свободной езды с друзьями, там только...